Оказывается, у пауков не только много глаз и 8 ног, но у каждого из них есть еще одно большое ухо. Исследователи из Бингемтонского университета провели эксперимент на обычных пауках, которых они собрали с окон своего университета. Всех пауков поместили в звуконепроницаемую комнату, и после того, как пауки сплели паутины, они стали издавать разные звуки из разных мест и под разным ракурсом. Все пауки с точностью определили места, откуда исходили даже самые тихие звуки. Так как у пауков нет физических ушей, ученые пристально углубились в изучение самой паутины и обнаружили, что она улавливает и вибрирует даже от очень слабых звуковых волн. Получается, что паук, который стоит на этой паутине, фиксирует ее колебания усиками, расположенными на кончиках всех ног. Также ученые обнаружили, что в момент, когда пауки фиксируют шум, они иногда приседают или растягиваются на паутине. Скорее всего, они таким образом настраивают ее на определенную частоту, как мы настраиваем наши радиоприемники.